Президент рассказал об открытии новых перерабатывающих предприятий. Из-за пандемии во всем мире, в том числе и в нашей стране, подорожало продовольствие. Для создания продовольственных запасов государство выделило из бюджета на закупку пшеницы 1,5 миллиарда сумов, растительного масла и сахарного песка более 300 миллионов сумов. В соответствии с поручением президента, для стабилизации цен на продукты принимаются меры фискального, тарифного и внетарифного регулирования. Впервые государство оказало поддержку в форме субсидий 3000 фермеров на закупку качественного семенного материала, рассказал глава государства. Подписан договор об увеличении объема импортируемого из России в Кыргызстан бензина. На этой основе до конца нынешнего года из России будет завезено еще 190 тысяч тонн бензина и 65 тысяч тонн дизельного топлива. Созданы условия для дальнейшего развития аграрного сектора. Введены в эксплуатацию системы контроля качества молока, завод по производству жидкого азота, карантинные станции, логистические центры.